Хей, йога, с вами Шмги, мы продолжаем проходить игру по названию Chasm. Скорее всего, это у нас уже последняя серия. Мы с вами отправляемся. Ой, как-то очень темная локация. Мы отправляемся. Главное не сдохнуть, потому что я немножко не засейвился. Но место мрачновато. О! Теперь все светло. Магма. Короче, лавовый каньон. Лавовый каньон. Новый уровень. Короче, какие-то мозги живые. Вот почему я не смог. Ой, хера себе. Ну нафиг. Ну тебя нафиг, приятель. Почему вот я не мог заюзать? Прошу. В чем твоя проблема? Пипец. Мне что, тоже сейвингов не дадут? Максимум ХП. Фигня какая-то на меня атакует, ну нафиг. Бежим отсюда. Что снизу? Супчик. Нам дали супчик. Угу-гы. Херня, пулящие жуков. Даже углубляться не хочу. Да, денежек у меня уже маловато. Пипец. Как ты мне предлагаешь к тебе подойти? Так, инвентарь. Кексик, кексик, кексик. Батон. Ладно, убили. Это был типа босса, я понял. Которого мы убили, конечно же. Так, опять развилочки. Влево пойдешь, умрешь. И... охранялка. Теперь я не умру. Теперь я буду жить, вечно жить. Да, давайте в другую сторону. Максимум ХП. Thank you.
Бля! Больно. Жесткая херь. Поливалка. Я не пойму, что это за хер. Ладно, плевать. Да, я поднимаюсь. Максимум маны. Инвентарь. Пущу. Пущу хавчик. Возвращаемся обратно. Ай-яй. Тупик. Класс. Великолепно. Very good. Вот почему он не юзает парашют? Инвентарь. То использует, то не использует. Ну, я хотя бы понял, как мне эту херь убегать от нее. Довольно легко. Слышь, иди нахер. Лучше его пробежать. Вот так сдохнул. Жопа. Жопа, жопа, жопа. Манать. О, нать, инвентарь. Хлебушек. Так, рука. Инвентарь, тихо. Так, 45. Я не успеваю его атаковать. Ага, блок утащила. Инвентарь. Хилы. Инвентарь.
Рука. Так, тихо. Инвентарь. Пилимся. 45. Берем, кушаем. У меня еще есть большие за 200. Тихо, инвентарь. Последний кубик. Ты что, офигел? Так, инвентарь. Так, тихо. Инвентарь. Пилка. Хута улька мутта бульта. Тихо. Журнал. Активки. Бестиарий. Вот их не... Сколько мы убили, хп их не... Нихера, у тебя хп 2400 было. Ого. Мы еще двух боссов каких-то не убили. Стоп, сколько? 1, 2, 3, 4, 5. А, ну это просто, что мне нужно количество убить. Да я закупился знатно. Все? Ой, нам немного на голову упало. Чувак, очнись. Шимики, Шимики, поднимайся или просыпайся. А с тобой все в порядке? А, я тебя принес в таверну, найдя тебя что-то, я рашит, я бежал, чтобы что-то там. Это сохранение или сохраненные дома, сейвит в порядке, все такое. Типа мы спасли, да, их все? Мы спасли их не город от разрушения. О, нифига себе. Ну, все же жители, по идее, спасли. Ту-ту-ту-ту-ту, и мне дали медальку. Ну, все счастливы. Чейзен. Ну, я не знаю, скорее всего, игра по-другому называется. Ну, Чейзен, так Чейзен. Ладно, пускай... Давайте вам поговорим о игре. Это у нас, по сути, комнатная игра.
ну, с разными вот этими подходами, да, типа, все такое. Есть различные у нас данжи. Много разновидностей врагов. Боссы. У боссов есть несколько фаз. Даже взять, допустим, вот финального босса. Сначала мы убьем его на полной платформе, потом он крадет камешек, пуляет лазеры. Короче, пуляет много откуда. И чего? Есть предметы, спрятанные по всей карте. Нам нужно использовать те артефакты, что нам дают по сюжетные, либо когда мы их находим. Потому что когда, допустим, я убил смерть, из него выпала эта маска. Хотя мы могли ее и не найти, понимаете, в чем дело? Потом, у нас есть прокачка. Короче, там же есть еще магические, да, орудия, но я их вообще почти с ними не играл. Просто так, чтобы было. После мы покупали броню, крафтили броню. Но это так сильно не важно, потому что можно найти оружие получше. Есть именно прокачка персонажа. Именно по статам, все такое. Ну, это зависимо от тоже шмоток. Довольно прикольный саундтрек, который не надоедает. Сейвы раскинуты довольно в хорошем вот расположении, чтобы, знаете, не на каждом шагу был вот сейв. А чтобы было как, хоть какое-то испытание. Взять последние две локации, это вулкан и магическую вот эту разрушенный замок. Там вообще сейвов у нас не было. Хотя нет, в лаве было. Там после убийства вот этого червя. А не за что, что играли. Ну, в принципе, если так подумать, я поставил бы игре 8,5. Да, мы прошли с вами 99,8% игры. Мы играли с вами 6 часов. Сильвер медалька. Сильвер медалька, потому что мы не полностью все сделали. Мы не открыли вот эти сундуки, которые там были спрятаны. Ну, рекорд и прогресс. Нет. А, 96,5. Мы убили с вами косарь врагов. Ну, интересно сейчас, где я появлюсь. А, то есть, это просто место, да и все. Окей, я не собираюсь проходить заново, поэтому как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до следующих прохождений игр. Всем пока.